Всем привет, дорогие друзья! С вами я, Антон Чейз, и, возможно, вы включили это видео, обратив внимание на название, и, возможно, вы посчитаете, что я решил подорвать пуканов, устроить черный пиар, некую провокацию. Нет, ни в коем случае это не так. Я не собираюсь обличать FIFA и говорить о том, что она плохая игра. Нет, FIFA хорошая игра, она имеет право на жизнь. Она популярнее, чем PES, который я больше симпатизирую. Видео не об этом. Видео о том, что в FIFA почему-то играет очень много озлобленных людей, причем не только школьников. И чтобы далеко не ходить за примером, и чтобы все мои слова были не ради красного словца, можно сказать, даже и классного словца, ведь я классный. В общем, ладно, окей. Возможно, вы помните мой самый первый матч в Ultimate Team. Я сыграл его, по-моему, то ли в декабре, то ли в ноябре. До этого я почти всегда играл только в Песку. В общем, я перед данным видео сказал отчетливо, что это мой первый матч в Ultimate Team. Я не знаю всех тонкостей, возможно, я могу ошибаться. И вы можете меня поправить в комментариях. То есть написать там, Антон, ты сделал то-то не так, то в следующий раз сделай вот это получше. Ну, в общем, вы поняли. И читаем комментарии, которые, между прочим, один из самых топовых, его довольно-таки приличное количество людей поддержали, то есть на фоне остальных комментов читаем. Блять, Антон, ебать ты ущербный. Нахуй ты выебываешься, типа ты умеешь играть до хуя, ты не лох FIFA, etc. Ты, блять, даже сраный контракт не знаешь, как применить. Что такое линки, химия, это вообще теория была. В общем, он говорит о том, что я говно, 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 говно. И давайте-ка разберем данное сообщение построчно. То, что я ущербный. Возможно, это правда, да, я ущербный. Не знаю, правда, чем. Может быть, я некрасив, у меня нет девушки. Ну, с кем не бывает. Ладно, с этим можно согласиться. Окей, дальше. Нахуй ты выебываешься, типа ты умеешь играть, это не лох FIFA. Дорогие друзья, я... Если вы давно смотрите мои видео, то, возможно, вы знаете, что зачастую видео я строю из себя некого такого крутого чувака-гангстера, который там, да, блядь, я сейчас, сука, давай, пасуй, там, то есть, такого злой, такой образ, ну, в общем, вы поняли. И, возможно, мои подписчики, преданные, уже к этому давно привыкли и понимают, что это не более чем для юмора, но чувак, Артём Андреевич, судя по аватарке и по другим его комментам, ему около 20, то есть взрослый человек, в принципе, вот он этого не понимает. Возможно, слово сарказм для него та же самая теория вероятности, о чем он сам тут писал. Окей, дальше продолжаем. Ты, блядь, даже сраный контракт не знаешь, как применять. Окей, я перед видео сказал отчетливо вот этим вот ртом, что я играю впервые в Ultimate Team, это первое впечатление от этого режима, и, возможно, буду ошибаться. Ты, блядь, даже... Окей, продолжаем. Что такое линки и химия, то же самое. Не умеешь играть, не выебывайся. Так неужели чувак хочет, чтобы все мы погрязли в неком унынии, чтобы никто не строил из себя что-то? Это же смешно, мне, ну, на мой взгляд, это смешно, когда человек строит из себя нечто такое забавное, там, выебывается. Это забавно, по крайней мере, когда он еще все это сдабривает хорошими комментариями и прочим, прочим, прочим. Так что этому чуваку, мне кажется, лучше не на моем канале быть, а на канале какого-нибудь киберспортсмена, который там ебашит FIFA просто супер круто, но при этом он унылейший просто до нельзя. Соперник такой же, ну, басок, и ты, между прочим, был 4-й дивизион, я сыграл 4-4. Любой другой выйдет, открыть тебе как минимум 10 голов. Ну, конечно, чувак начинает дико извергать из своего жерла пукана на меня злобные комменты. В общем, короче, он на меня дальше унижает, что я там щенок, что я хуёк и прочее, прочее, прочее. И говорю, его все поддержали. Почему-то, я не знаю, так, почему так происходит, а зачастую, так как в последнее время я стал больше снимать FIFA, то я все чаще и чаще, 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 чаще сталкиваюсь с такими вот товарищами. К примеру, Антон, у тебя химия 99, да с такой сыгранностью тебе пиздец, Антон, как так? Сдохни от рака, пожалуйста, Антон, это ты тупой просто, химия 99, Антон, это пиздец, Антон, это провал, блять, Антон, это жопа полнейшая, Антон, это пиздец, Антон. Антон, ты ставишь Иньесту на ЦОПа? Блять, Антон, это пиздец, как так, Антон, ты даун, Антон. Вот комментарий в таком. Мне аж глаз заслезился. Я просто очень кручу, когда меня унижают. В общем, комментарии такого типа довольно-таки часто встречаются. Вот. И к чему все это веду? К тому, что когда я играл в Песку, всем было плевать. Я делал какие-то невероятные тактики, ставил крайник защиты в нападение. Всем было плевать, всем было интересно, как я комментирую, чтобы поугарать и все такое прочее.
ФИФА откуда-то взялись какие-то вот неадекватные, злобные школьники, абсолютно не понимающие юмора, абсолютно далекие от шуток. Почему так? Почему в PES я такого не встречал? Возможно, это совпадение, но не знаю. Я в PES играл 2 года, и за 2 года ни разу не было такого, чтобы мне писали: «Антон, как так ты ставишь Демаркуса на опорника? Он же правый защитник, Антон, чтоб ты сдох, сука тупая». FIFA в каждом выпуске: «Антон, как так? Как? Ну как же так? Химия 99, это же пиздец». В общем, я не знаю, почему так все происходит, дорогие друзья, почему в FIFA играет такое огромное количество неадекватных людей, которые совсем далеки от сарказма, далеки от самоиронии, от юмора и прочего, прочего, прочего. Еще раз говорю, если вдруг вы ничего не поняли, я не говорю, что FIFA говно, я говорю, что просто в нее играет почему-то больше неадекватов, чем в PES. Все, пока.